Сегодня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией муниципалитета и Банком Возрождения, который является одной из самых активных финансовых организаций на территории Подмосковья. В настоящий момент банк носит статус партнера областного строительства. Со стороны администрации муниципалитета договор о сотрудничестве подписал глава Ленинского района Валерий Венцель. Банк Возрождения представляла заместитель председателя правления Наталья Шабунина. Районные власти сотрудничают с финансовой организацией уже несколько лет. Мы всегда открыты, всегда можно прийти пообщаться. Вот непосредственно как курирующий заместитель по данному направлению Альберт Александрович, пожалуйста, с ним можно всегда в текущем режиме отрабатывать те или иные вопросы. Если уж совсем что-то там горящее, срочное, либо там требующее каких-то обсуждений, пожалуйста, мои двери всегда открыты, я всегда иду навстречу. Подобные соглашения о сотрудничестве подписаны с администрациями нескольких городов и районов Московской области. По условиям соглашений Возрождение действует в решении приоритетных задач социально-экономического развития городов и районов, создании благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. В этом году ключевое событие в жизни нашего банка произошло. Банк вошел в международную финансовую группу ВТБ с государственным участием. То есть можно сказать, что став государственным банком, по факту, мы остаемся самостоятельным финансовым учреждением. Подписание договора продемонстрировало, что один из крупнейших банков, работающих на территории Подмосковья, видит в администрации Ленинского муниципалитета надежного партнера. А Ленинский район считает банк перспективной площадкой для кредитования различных инфраструктурных проектов.